Всем привет! Сегодня мы будем пахать землю. Кстати, вот огородик уже. Вот это уже мелкая, это редиска уже. А вот такой уже лучок повырастал. Здесь уже проклюнулся салат. Вот он уже меленький такой. Вот отсюда и до тех кустов. Вот это все надо будет спахать. И еще вот здесь, в этом месте, вот тоже вот этот участок весь нужно будет сделать, тоже распахать. И еще маленький участок здесь хочу посадить дыню. Это вот здесь это место, вот этот пятачок. Тоже надо будет распахать. Вот тоже здесь стоят колышки. Вот такие вот. И вот до этого. До этого тоже колышка. Ну вот примерно такой фронт работы нужно будет проделать сегодня. Потому что уже скоро тепло. Надо все успеть еще посадить. Так пасут землю люди в деревне. А процедура такая, что я сначала проходил косилкой, прокашивал, потому что трава уже большая выросла. Вот, а потом уже культиватором, вот этим трактором делали. Вот здесь тоже борозду такую сделали. Что они здесь посадят, да? Ну и вот, как говорят, можно картошку здесь сажать. Вот такой вот участок. Здесь почти сотка. Вот. Вот мы так за сегодня соседом попахали земельку. С 8 часов, в принципе, для меня как бы достаточно серьезно. Для людей, которые уже этим каждый раз все время занимаются, живут на земле, и для них это, конечно, нормальное, обычное дело, обычная жизнь. Ну вот так вот, ребят. Пока.